Булатов, удар! Но не получился удар по-настоящему. Один практически Булатова, но там Геннадьевич немножко закопался, наверное. Он в очень хорошей физической форме. Остановил немножко эту атаку и нашел хорошую передачу Роналдини. Тот уходит от Роберто Гальи. Пас на Киржакова. Ну что, Александр, шанс, наверное, выйти один на один. Если обыграет, удар Киржакова. И вот он, первый гол. Бил, бью и будет бить Александр Киржаков. Отличный удар. И 1-0 Россия повела. Но, тем не менее, Валерий Георгиевич Газай поздно открыть счет. Полчаса игры уже сыграно. Ну и здесь великолепная передача на выход от Роналдиньо. Играл в Испании, а вот Роналдини тут тоже, кстати говоря, действовал в Италии, но попозже, чем большинство участников этого матча. Роналдиньо, какая техника, и по-прежнему мяч у бразильца, пас! Действует Александр Филимонов безошибочно. Вот такая серьезная борьба, смотрите, итальянцы тоже идут до конца. Роналдиньо, тем не менее, двоих прошел, начал финтить, но здесь Роберто Гарри. И снова пас, не глядя, от бразильского волшебника, в итоге... Ничем. Рахимов мяч выбивает. Роналдиньо. Есть шанс показать. Вот. Технику как раз это. Это эластику. Но мы вновь видим это эластику. Знаменитый финт. Буквально накануне. Александр Мирзоян. Вагиский Диатулин есть в заявке, но на поле мы их не видели. А это Роналдиньо. Роналдиньо, сольный проход. Рядом есть Даудов. Роналдиньо. Черпачок в дальний угол. Получите, распишусь, да, не распишитесь, да? Ну, автографы после матча, конечно, Роналдини будет раздавать. 5-2. Ну и что, бразилец сегодня же еще не забивал. Не забивал, но он как раз ждал этого момента в мини-футболе. И вот сейчас как раз здесь вне игры был в очередной раз Магомед Даудов, который забрался снова в ответ, но не стал отдавать. Грамотно, техничный бразилец. Ну и здесь черпачком Марко Палотту он перекинул без каких-либо шансов для опытного вратаря сквадры Адзуры. Гол нормальный. Нет, Даудову, но до удара дело не дошло.